И когда у элиты дети мажут себя кремами и показывают это в инстаграмах, там, ютубах и так далее, а у обычных людей дети приходят в цинке, разорванные на куски, и когда мать плачет над своим сыном, это раздвоение, оно все, чем может закончиться, это как в 17-м году революции, когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие встанут. И напрасно думать, что их сотни, их сейчас десятки тысяч, родственников убитых, наверняка будут сотни тысяч. Мы от этого никуда не денемся. Я рекомендую элите Российской Федерации: соберите своих отроков, отправьте их на войну. И когда вы пойдете на похороны, когда вы их начнете хоронить, то люди скажут: теперь все справедливо.